Опять добро нам дает наша камера. Будем продолжать. Итак, делаем пирожки. Духовка у нас нагревается. Я вас обожаю. С вами все делать обожаю. Папа принес рыбки. Я ее буду солить. Показывать не буду, потому что, знаете, надо делать либо одно дело, а вот так постоянно как прыгать, как эта мартышка у зеркала, я не могу. То есть мы сейчас с вами продолжаем печь вот такие вот у нас уже заготовочки из теста. И вот уже два пирожка лежат на нашей досочке. Видите, да? Вот такие два пирожка. Ну что ж, продолжаем дальше. Все, я выключаю телевизор. Выключаю, все приглушаю. А то чуть что сразу банит. Сразу начинает банить. У меня там и даже не музыка, а православно идет у меня канал. Все, про телевизор ничего не говорю. Они как вот на меня ополчились эти боты, так все у меня и забанивают. Всю мою эту харизму не хотят показывать мою. Не хотят показывать мою харизму. Я вас уже учила, как надо делать, да? Мы их вот так, по краю, вот так, чтобы серединка у нас была, оставалась, а это по краю. Вот так. Итак, доделываем, значит, мы рис с яйцом. Кладем целую ложку. Вот сюда вот. Целую ложку кладем. И закрываем. Да, Куравлёв умер. Мережка умер. Такие все мужики хорошие. Теперь вот Лидия Шукшина тоже. Она говорит, я ухожу, говорит, вслед за Куравлёвым. Значит, так плохо себя тоже чувствую, значит. Так, уже 130 нагрелась духовочка до 130. Нам камера сегодня дает добро. Она меня сегодня, камера моя, любит. Она меня сегодня не ограничивает ни в чем. Значит, вот пирожки уже у нас пошли на выход. Вот, кладем. Аккуратненько. Припудриваем маленечко их, это, лепешечки, чтобы они... Ну, подымались. Припудривают их этим мукой, чтобы они подымались еще. А вот сейчас они подымаются, это очень хороший знак. Все свежее, значит. Вот бы я сейчас, конечно, у меня такая задумка, прям вообще мне очень хочется на море. Последний раз мы были, ой-ой-ой, в 99-м году ездили, дочке еще было у нас 16 лет. В 99-м году. О, пишет, зарядить надо телефон. Что-то у меня стало, знаете, и это сам часто разряжаться он у меня стал.
Ну ладно. А что, надо ведь заряжать. Вроде новый телефон. Вообще. Ну ладно. Сейчас я принесу, может быть, заряжу его. Поставлю на зарядку, чтобы не рисковать, да? Мы же уже это как бы проходили уже с вами, да? Сейчас я принесу зарядку, чтобы нам спокойненько разговаривать и дальше. Сейчас принесу зарядку на удлинителе. И будем с вами спокойненько опять гутарить. Будем опять спокойненько гутарить. Так. Пять минут мы будем в теме. Помиритесь, те, кто в ссоре. Сейчас мы его подзарядим, поставим на зарядку и будем дальше с вами продолжать наш разговорчик по секрету всему свету. Так. Так, ну нам надо выключить тогда еще и телевизор заодно. Помиритесь, те, кто в ссоре. Ла-л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 а. Опа. Итак, продолжаем нашу лепку наших пирожков. И все равно у нас самый харизматичный канал. Хоть выпускать, что там другие там по правилам хотят они все делать там. Что взять вот эту вот сама себе хозяйка. Мне не понравилось. Неприятная женщина. Абсолютно не улыбающаяся. Делает просто как бы... Но она старается какие-то лайфхаки показать. Но я не считаю, что это лайфхак, вот это взбить хозяйственное мыло с содой. Что, нету просто соды и как это? Протирает, до дыр уже там дотерла. Я вот не показываю, как это все мою. Я мою, через день плиту мою, полы мою через день. Я тоже убираюсь, но я не знаю. Разве это интересно кому-то? Так, сейчас осторожненько мы с вами подзарядимся. Опа. Ну, вообще-то 15% было еще. Можно было. Так. Помиритесь, те, кто в ссоре. Мы, у нас свой лайфхак. Вот нам самое главное установить сейчас, чтобы у нас никуда не делся этот. О, как высоко я теперь стала сидеть. Вот этот халатик у меня был на молнии. Видите, я сделала себе вот такой теперь на пуговицах он у меня. Так как сломалась молния. А очень удобный. Такой он махровый. Халат вообще замечательный. Вот я его нашла, стала опять носить. Итак, продолжаем. Ой, извините, пожалуйста. Бывает. Ну вот я же говорю, сейчас начнется у нас туда-сюда. Давайте пока мы его выдернем. Когда уж совсем будет он ни туда, ни сюда. Нам самое главное сейчас наляпать пирожков быстрее.
поставить, и потом уже решим там, что с этой зарядкой делать. Правильно? Правильно. Фу, вот новый телефон. Вообще надо ноутбук брать. Все, я уже решила. Вот даже сегодня вот звонила насчет, я колл-центр. Я звонила в колл-центр. Они говорят, можете, в общем, мы вас устроим на удаленку по опросам, производить опросы. Я говорю, да, господи, да это еще лучше дома-то работать. Ну, надо для этого обязательно гарнитуру. И самое главное, это надо ноутбук или компьютер. Вот. Ну, я все представляю, для чего это и как. Вот, там тебе пришлют программу, вышлют на почту. Ты ее там тебе установят. И ты будешь вот в этой программе делать опрос. 2-3 часа. 15 тысяч оклад. Вот. Видите, какая ватрушечка получается. Как все равно этот вареничек, да? И вот этот вареничек, мы его... Ой, тесто вообще податливое-податливое. Мы его вот так в мучке. И вот так вот ложим его на противешок. Вот. У нас тут еще в ряду еще один пирожок. Маленький. Значит, берем маленькую лепешечку для маленького пирожка. Ну вот. Тут у нас уже осталось немножко начинки. Сейчас мы ее доляпаем. Но у нас сегодня начинки очень много. И я боюсь, что я, наверное, еще придется мне заделывать. Я сейчас посмотрю, у меня потом посмотрю, есть ли у меня дрожжи. Ого, 230. Немножко убавляем. Уже 230, так что нам надо уже с вами пироги-то ставить. Ну, ничего. И я, если у меня останется начинка, ну, мне, конечно, желательно яблочную бы сегодня все израсходовать. Вот. И если, короче, останется начинка, я прям завтра замешу. Ничего страшного, добавлю еще какую-нибудь начинку. Картошки сделаю с луком. Но если останется начинка, и если есть дрожжи, сейчас еще я не знаю, есть ли у меня дрожжи. Но сегодня прям свежайшие дрожжи. Свежайшие. Итак, вот маленький пирожок. И все. И вот у нас еще на маленький пирожок. Вот у нас ряд закончился. И сейчас у нас еще на один пирожок осталась начинка. Все. И с рисом мы уже заделали. Начнем с капусты. Или с яблоком. Давайте с яблоком. Потому что яблок, он, есть у него такая тенденция, он становится коричневым, темнеет. Яблоко темнеет. Ну вот, я что-то хотела вам рассказать. Вот. У меня папа ест щи, я ему разогрела. Пока вас не было, я ему разогрела щи. Он такой сегодня хороший пришел с настроением. Говорит, что, похлебка? Я говорю, да. Он говорит, только погорячее мне, говорит, сделай. Я ему в эту мисочке разогрела щи со свежей капустой. Ну, которые мы с вами готовили, помните, легкие щи? Ой, ой, обалдеть! Они еще, когда их разогреваешь, они еще вкуснее. Вот. Вот так. Значит, мы выкладываем все вот это рис сюда. Все. С рисом у нас уже с вами закончился. Прекрасно. И вот он говорит, что, похлебка? Я говорю, да. И вот он сейчас ест, сидит. Я ему говорю, я тебе купила ведь еще булочку. Он говорит, зачем? Говорит, пироги-то, говорит, есть. Это сегодня, говорит, чай будем. Ой. Я так сегодня рада вообще, ужасно. У меня прям энергия, видимо, это от вас у меня еще энергия прям поднимается.
Прям подымается. Я столько-столько прям вообще. Это вообще. Ну, нам надо вообще-то поторапливаться. С пирогами нельзя ведь на полоборота работать. С пирогами надо на полный оборот работать. Чтобы они, эти пирожочки, не остыли, не дай бог. Как бы не опали. Так. Теперь делаем с яблоками. Вот она с яблоками. У нас начиночка. Вы знаете, как мы делаем с яблоками. Также, считай, значит, разминаем лепешечку. Разминаем. Ой. Ай. Ой, какие же мы счастливые с вами, а? Я ужасно люблю с вами лепить пироги. Ой, давайте каждый день лепить. Ну, хотя бы раз в недельку, давайте. Угу. Ой, я не могу, я сейчас с ума сойду от счастья. Нет, так не надо говорить. Ну, сами понимаете, клиника Кащенко, она же в эфире. Итак, мы ложим сначала маслица, как вы знаете, чуть-чуть. Вот, знаете, я делаю для этого выемку, чтобы она не разлилась. Кладем ложечку яблок. Я кладу сегодня, не жалея, начинку. О, с коричкой попало. И сахарку. Ложечку-то мы взяли хоть? Нет, не взяли. Очень плохо. Ты сегодня, Татьяна, приготовилась. Ложечку-то надо сюда. Ложечку-то надо. Так, сахар положили, не забыли. Но, знаете, я вам предупреждала, что у меня яблоки сладкие, поэтому не будем мы сегодня акцент делать на сахаре. Ну вот, я, значит, это, что-то вам хотела рассказать. Ой, у меня вообще-то, знаете, мысли работают, как все равно компьютер. Вот. Я люблю море. Я его люблю. Я уже сейчас говорила, мы в 99-м последний раз были. Это уже сколько, значит, получается? О, 20... Подожди, надо спросить, когда последний... Нет, что-то мне не верится. Мне кажется, мы в каком-то 204-м, 2004-м ездили. Надо сейчас у папы узнать. В 99-м это у меня Полина замуж выходила. Так, ну ладно, не столь важно. Я потом это... Ну, короче, давно, лет, наверное, уже 15-16. Вот так мы не были на море. А там в советское время мы ездили, как бы... Ездили раза 4. У него там мама жила. Ну, в общем, часто мы ездили, можно сказать. Но я имею в виду вот в советское время. Ездили, раза 4, наверное, мы. А еще я ездила сама-то в Геленджик по путевке. Но это было отдельно. А так мы ездили в Новороссийск к родственникам, к Лешиным. Так, делаем выемочку. Маленько маслица. Чуть-чуть. Ага. Кладем ложечку яблок. Они там, когда яблоки эти уже в духовке, они оседают. Поэтому их не бояться надо ложить прямо много-много. Они оседают. Там они потом пустоты какие-то появляются даже в пироге. Потому что там у них ихний объем просто-напросто уменьшается, этих яблок. Ну вот. И мы ездили, значит, на море. На поезде. Ой, любим мы на поезде ездить. Особенно я это вообще люблю очень на поезде ездить. Ой. Вот мне надо было бы лучше... стюардессы в эти пойти в паровозные стюардессы.
Так. Что-то у нас на капусту-то не хватит этих лепешек-то. Но и яблоки надо доделать, а то они заветривают. Мы сейчас, самое главное, яблоки, чтобы закончились у нас. Вот. А что-то до капусты у нас руки не доходят. Вот так. Видите, как мы сегодня много намешали начинки. Это с радости, наверное, у нас с вами столько получилось. Так. Льем опять маслице чуть-чуть. Ну, вы поняли, для чего я лью масло. Чтобы они там парились. Вот это вот... Ой! А мы забыли это сахар сейчас сунуть. Пирог. Ну, вот видите, уже начинается у меня, да? Склероз. Так, не забываем песочку. Песочку. Как только положили яблоко, так песочку. Вот. Аккуратненько, аккуратненько стараемся пирожки делать. Чтобы было все красиво. Ну вот. Ездили. Чайник выключили. И вот у меня такие ощущения, когда, значит, мы выходим из поезда, сразу же бросается тебе в лицо этот свежий воздух морской. Неописуемо. Это вот, вот знаете, в первую очередь ты его прямо вот ощущаешь. И дышишь прям им. Вот такие у нас пирожки с яблоком. Сейчас будем уже класть почти что. Ряд заканчивается еще. Сюда еще два, наверное. Надо бы, конечно, еще бы один вложить. 3, 4, 5, 6. Да, нет. Подожди, 3, 6. Еще два сюда. Как раз умещается 2. Угу. И там у нас останется... Ха-ха-ха-ха! Так у нас, представляете, получается без всякого этого сковородки вот один получается лишний. То есть надо укладывать нам последний ряд еще один пирог куда-то. Вот мы сегодня с вами сделали. Не очень много-то. Так. Кладем маслице. Один протвишок у нас сегодня с вами. О, как мы сегодня с вами. 18 пирогов. Забацаем только. А почему у нас так получилось, мне непонятно. Так, сахар не забываем. Так. Аккуратненько стараемся делать. Красиво. Чтобы было все красиво. Чтобы все в жизни было красиво у всех. Вот такие вот у нас пирожки с яблоком. Ну вот. И вот мы, значит, сходили с поезда, дышали вот этим сразу в лицо нам этот морской воздух. Офигительно вообще. Вот как будто вот прямо сейчас я его чувствую, этот морской воздух. Офигительно. 1,5 суток мы ездили, ехали до этого. До... А я уж что-то не помню уже, как мы. Ну, Новороссийске он останавливался. А в Новороссийске жила его мама. Сейчас там живет просто сестра его. И племянник. Вот. И вот я к чему вообще все это... Ну, как бы говорю, что мне вот уже пора на море. А кому не пора, да? Ой. Ну, я-то про себя говорю. Я других-то не имею в виду. Может, другие-то уже ездили.
Вот смотрите, у меня даже заканчивается начинка. Абсолютно. Мы ее всю вот эту вот последнюю уже заделываем сюда. Вот. Все. Все. Ну вот, пора мне как бы на море. Ну, сами понимаете, тут пандемия-то. После пандемии надо реабилитировать себя. Ну вот, я уже думала и так, и сяк. Но так как там изменились у нас ситуация с родственниками, у нас там теперь как бы нет вот возможности туда приехать, как бы к родственникам. Но пока нет возможности. Вот. Но я там уже как бы, ну, по своему как бы такому, ну, как сказать-то, Господи, взгляду, по своему взгляду, я уже там как бы кое-чего уже узнаю, где рынки там хорошие, где площадь там рыночная еще в центре. То есть есть рынок оптовый, там вообще все дешево. Но если берешь, например, 5 банок тушенки, там вообще за копейки. Я тогда сумками груши набирала там у них на оптовом рынке. Вот. Я к чему дальше-то хотела сказать-то? Угу. И вот, а ехать-то вообще-то бы как было? Надо бы? Ну, как бы надо, потому что уже в том году уже надо было, ну, пандемия была, да? Но сейчас QR-коды у всех почти же есть. Чего не ехать-то? Ну, как бы маску на рожу и вперед с песней. На море-то чай. В воде-то ее нету, это пандемия, как ее? Ковида-то этого. На море-то, на самом-то. Так, теперь мы, значит, уже этот... Нам не надо масло. И сахар тоже нам не надо. Так, а надо нам с вами, ребята, ватрушечка бы сделать. Вот чего. А у нас капуста тут с вами еще. Вот, еще начинка с капусты. С капусты еще начинка. Ну, давайте пока капусту поделаем. Блин, с творогом-то хотел. Ну, ладно, что есть, то и есть. Мы же не будем сейчас, нам уже надо... Значит, кладем капусту. Уже с капустой занимаемся. Так, закрываем. Закрываем пирожок, пирожок, пирожок. Ну вот. А я-то как бы сейчас участок продаю, в общем, по идее-то. Ну, это уже не секрет ведь, наверное, да? Что я участок продаю. Деревня. У меня и в газете там объявление есть, и на Авито. И вот, я не знаю, конечно, но мне кажется, есть вообще-то такая возможность продать, потому что сейчас вроде так активизировалось все уже. Ой, надо бы, мне кажется, зарядиться. Ну вот, уже как бы активирую это, охота идет на участке, на все, потому что сейчас из-за этой пандемии все стараются уехать. Сейчас же новая пандемия началась уже. Так, нам бы надо... Ладно, может, успеем. Еще 5 пирожков замотаем. Сейчас, чтобы нам замотать эти пироги, вымыть руки, я поставлю на зарядку опять. Ну вот, и у меня, короче, такая мечта есть. Ну, как, не то, что она есть, а вот... Нет, это не мечта. А это как бы само собой у меня такой просто
Желание появилось. Я говорю, вот бы, говорю, купить бы там, говорю, на море-то какую-нибудь хотенку. Хотенку или комнату на худой конец. Но комнату тоже, знаете, надо ведь, чтобы было как бы это, не страшно брать там комнату-то. А то потом, если комнату брать, это значит, какая-то коммунальная квартира получается. Нет, ну есть хозяева продают, они там не живут, а комнату, значит, продают. Вот есть и такой вариант. Ну, то есть это надо очень внимательно, как бы все смотреть досконально, чтобы не попасться там ни на какие эти, как бы. Ну вот. Ну, или комнатенку, как бы. Ну, если комната, это, конечно, очень дешево, мне кажется, должно быть, да? Но в крайнем случае однокомнатную квартиру. Можно даже без удобств. На кой они фиг нужны? Эти удобства, когда, например, я буду приезжать с мужем, и мы там будем, можем даже, пусть она будет у нас, как бы говорится, но только бы не под снос. Вот что, только бы не под снос. Вот. Вот такую типа хотенку или однокомнатную, неблагоустроенную можно даже. Но это опять надо как бы индивидуально смотреть, просто есть ли такие варианты. Но так как там Марина-то у меня осталась, сестренка-то, я ей вот как бы попросила, говорю, а вдруг там есть вот за 140, например, тысяч, можно купить приличное там такое, например, как бы даже комнату. Да, сейчас за 140 вон гнилушки продают даже. В Меленках хоть возьми, хоть в Глухомане там, в деревнях. Там за 90 тысяч полдома можно купить с газом. Меленки, Муромский район. Вот. Но и там тоже есть у них глухие там, может, какие-то есть. Ну, в общем, факт тот, что сестра-то там у него, Марина-то еще есть, и она бы за этой квартирой, за нашей, смотрела бы там, могла бы как бы использовать ее уже. Может быть, даже кому-то сдала там ее, например, ну, на зиму там, на какой-то период времени, короче. Ну, даже использовать как гостиницу, может быть. Но это уже потом бы, как бы, нарисовалась эта тема. Ну, вот такой был момент. У меня там, значит, у Лёши есть родственники. Мы могли бы просто хотя бы как держать там, короче, жильё. Вот. Держать жильё. Вот дырка образовалась, надо её заляпать. Вот это тесто надо вот здесь отрезать. Я знаю, как эти дырки заделывать. Знаю. Уже ученые. Тесто такое тоненькое у меня получилось. Я его маленько это. И обязательно в муке его вот это обвалять. Все. Сейчас мы этот пирожок обваляем. Еще знаете, что получилась очень сочная капуста. И она от единого влаги, она разъезжается, тесто. Ну вот. Вот. У меня как бы вот, говорю, ну, что нам тут вот жить есть где. А вот на море съездить бы, это тема здоровья. Тема здоровья. Она как бы идет на первый план сейчас, тема эта. И вот, чтобы, как говорится, попробовать, я попросила вот Лёшину сестру, чтобы она там посмотрела, есть что-нибудь такое. Ну, как бы, ну, не срочно, но чтобы мы, говорю, приедем, может быть, даже. Вот как продадим, говорю, это. И туда приедем, будем вместе искать, если что. Ну, то есть приехать надо. Вот если мы продадим, я прям поеду сразу же на это море. Прямо сразу же поедем. Даст Бог, продадим мы этот участок. Вот, я надеюсь, что у нас все получится. Так, и шестой у нас пирожок, последний. Все. Сейчас смажем яйцо и гуляй, Вася. Слушайте-ка, а у нас почти начинка вся ушла. У меня только с творогом эти, я хотела с творогом сделать.
Понимаете? Получается, что у меня вот эта вся начинка, которую мы делали, осталась, знаете как? Я вам сейчас покажу, сколько осталось. Все. Вот это да, мы сегодня с вами дали. Будет очень вкусно, потому что начинка и само тесто очень даже неплохое получился. Так, ну вот. Все. Сейчас я помою руки, подключу к зарядке, к зарядке, потому что я боюсь... Мне не нравится, когда оно вот так на полуслове заканчивается. А мне уже написали, что зарядка маленькая. Вот он, последний пирог. Все. Сейчас мы моем руки и быстренько-быстренько заряжаем телефон. Все. Вот такие вот у нас сегодня пироги. Пироги с пирогами. Пирог пирогом, как говорится, пирог пирогом. Как это сказать-то? Восхваляется. Погоняет. Пирог пирогом погоняет. Так. Ага. Вот столько у нас осталось. Это немножечко. На два пирожка буквально. Капуста. Так, делаем зарядку. Потому что потихонечку только, осторожненько. Но если что-то пропадет, значит... Мы с вами пока и пропадем. Аккуратненько. Вот так. Заряжаемся. Так. Только потихонечку надо сейчас это смазывать. Ох, у нас офигенно. Офигенно уже нагрелась духовка. Офигенно. И мы сейчас смазываем пирожки яичком. Так, смазываем. Не зацикливаемся больше ни на чем, а самое главное, надо смазать сейчас. А то больно раскачиваюсь долго. Так, я делаю это, значит, как, размешиваю и ваточкой. Кисточку пока мне никто не подарил. Так, у меня была кисточка у мамы. Потом что-то... А, она у меня где-то, кстати, есть. Но она... И это, по-моему... Да-да-да, кисточка. Но она истерлась там все. Мама же пекла пироги. Вот смотрите, мы сейчас смазываем пирожки вот такой яичком. Я не буду пока двигать ничего, показывать. А смазывать буду. Вот вы услышите меня. Я смазываю пирожки. Вот. Мама смазывала. У нее была такая щеточка, как зубная. Но только она была плоская такая. Ну, как... Ну, для смазывания специально была. А потом... Это... Мне как-то, я смотрю, этой щеткой, она царапает пироги. Я, знаете как, взяла у Лёши был такой станок бритвенный, и там был этот он как-то называется-то, господи. Ну, была такая метёлочка-то, господи, который намыливают этой. Ну, мылом намыливают. И бреют. Ну, это старинный, в общем, станок-то этот.
не станок, а метелочка-то такая. Вот. И вот я ею делала. А ее, по-моему, потом с переездами мы ее где-то оставили. Была у нас от станка, от бритвенного, такая метелочка. Это, как она называется, не метелочка, щеточка, которая это, для бритья. Мне даже сам Леша ее отдал. Он говорит, ты что, говорит, на, вот тебе дам. А он мне дал, она старенькая была, он мне дал. Все, кладем пироги в духовку. Перекрестясь, как говорится, кладем в духовку. И засекаем время. Полотенце какое-то неумытое. Полотенце неумытое называется. У меня же тут все есть. А это надо в стирку. Ну вот, значит, вот такие дела у нас. Ставим пироги. Печку. Так. Ставим пирожки наши, вот, печку. Так. Так, перекрестили и ждем. Ждем, да? Тихонечко, а то может упасть. Вот. Значит, засекаем 35 минут. Это значит где-то 45 минут туда. Это 25 минут, короче, будет 8-го. И мы посмотрим, что там дальше будет. Убираем потихонечку мучку. У нас еще тут еще хватит на раз муки. На два раза даже хватит. Вот еще мучка у нас вот сколько. Так. Убираем муку. Все убираем. А солянку завтра, вот эту начинку-то, две ложки, которые остались, мы завтра их и съедим на завтрак, может быть. Вот, вот такие делишки. И вот, я же вам уже сказала сейчас, что... Очень мне желание, не только желание, а уже требует организм моря, морской воды. Не столько загорать, сколько морской воды, вот это, как я там плескалась раньше. Я же ведь это, только не вылезала прямо из воды. И вот мы ездили после 3 года, не болею, ничем не болеешь, ничего. То есть вот такая была, так вот море вот. Закаливала организм, что даже не это, не болели. Мы даже не болели. Так, вот эту муку оставшуюся мы вот сюда вот для панировки вываливаем. Вот она у нас для панировки пойдет дальше. Ну, мало ли, котлеты будем делать. Все. И все. Вот такие вот дела. И вот хочется очень на море. Мне уже, это знаете, уже 3-й год хочется. Вот эти пандемии, они все, конечно, это что-то. И была возможность. Вот. В деньгах, я имею в виду, была возможность. И вот сейчас, если у меня все образуется, даст Бог, с этим участком сдолбанным,
Я уже его, этот участок просто ненавижу. Ну, вот вы знаете, я только говорю, что я люблю вроде как дачу, а мне вот уже, знаете, что-то она мне уже не это, не катит. Не катит в том плане, что там уже ничего мне не построить. Вот все, что могла я, вот влезла вот в эти кредиты даже некоторые, чтобы мне сделать там кое-что, да? И вот сейчас вот это вот, мне даже неприятно, вот эта ситуация с этими кредитами. Вот для чего? Для чего вот это мне надо было влезать в кредиты? Да чтобы надо было мне это делать? Чтобы мне сейчас вот как бы, да, экономить на всем. Буквально на всем экономить. Вот. Но что, как говорится, делается, все, как говорится, делается правильно. То есть все делается, что Бог не делает, все к лучшему, надо говорить. Вот так. То есть если... Но я ее буду, если что, и все лето продавать, в принципе, эту дачу. Но я думаю, что вот сейчас по такой цене, которую я сделала, мне кажется, она вообще, эта цена, как говорится, очень такая приемлемая. Никакая она не завышенная, там, ни насколько. И кому надо, вот именно кому надо. Единственное, что она у меня там немножко не продвигается. Но я, может, научусь продвигать, делать продвижение. Ну, продажи вот эти. То, может быть, я, если научусь. Там надо деньги платить. Но это... Я пока завела моментальную карту, чтобы туда деньги, это самое, положить. И с этой моментальной карты оплачивать вот эти продвижения. Продвижение на... Ну, вот эти же объявления мое продвигалось. Надо заплатить. Например, на неделю стоит столько, например, продвижение. На неделю. На месяц столько. Например, 490 стоит, чтобы на месяц. На неделю, чтобы 120. Ну вот, я вот сейчас... У меня есть такая карта моментальная. Я не хотела просто, чтобы меня с другой карты брали. Я просто не люблю вот эти все кошельки, вот эти электронные, не люблю. И вот я сейчас это самое попробую продвижение сделать, чтобы она у меня в ленте чаще это как бы объявление было. Потому что когда включаешь ленту в Авито, там прям постоянно вот крутятся эти у всех объявления. Вот. А моего-то нету, его только, видимо, что кто-то там найдет, например, откроет такую тему, что участки. И только там он появится. Только там. Вот кто захочет открыть раздел участки. Вот он откроет этот раздел участки, да, мое объявление там будет. Вот. А ведь многие, как говорится, туда и не, как бы особо и не лезут. Некоторые. Ну, есть такие, которые вообще даже ищут, знаете как? О! Бот, мод, все. А некоторые заходят в этот раздел. Вот. Ну, то есть его как бы продвигать надо, это объявление. Чтобы оно вот в этой ленте на Авито появлялась как бы сразу. Не без всякого поиска. Понимаете? Для этого надо платить деньги. Вот. И тогда, в общем, тогда все будет нормально. Вот. Вот такие вот дела. Как только это у меня получится, что вы первые узнаете. Первые узнаете. Я не боюсь сказать.
Потому что что тут это самое? Никто же не полезет меня грабить. Как только сделка будет сделана, я сразу на книжку уберу эти деньги. На специальный вклад. Например, хоть есть вот такой даже этот срочный вклад, например, на сколько-то, например, на полгода там можно положить депозит такой. Депозит. Вот. Не будем мы сейчас ничего переключать, вот сколько есть там, потому что я уже убедилась. Как только я начинаю чего-то там в духовке убавлять, прибавлять, все, процесс там меняется. То есть никогда не нужно ничего, как бы вот так. Вот ты поглядела первый раз, там, например, 230. Вот и оставляй, больше никуда. Но мне вот сейчас кажется, что там уже температура очень большая. 250 или 240, вот так. Но пускай. Лучше мы посмотрим. Вот сейчас 15 минут еще пройдет. И мы лучше посмотрим, как там у нас они вообще это. Даже не 15, а надо вот именно столько, сколько надо. 20, если им надо 3. Подожди, сколько я говорила? 25 минут. Пироги на кефире 25 минут они должны. У нас без 10 было 7. Значит, без 10 7 было. Без 10-7 было, значит, еще 15, в общем, 15 минут 8 мы будем смотреть наше произведение искусства. Ну, минут 20-15 вот так. Ну, если запахнет вот каким-нибудь жареным, уже горелым, то надо быстрее будет все это. Но сейчас, по крайней мере, еще рано там чего-то паниковать, поэтому 15 минут будет 8, и мы уже будем об этом как бы думать, пора там или не пора нам с вами смотреть пироги. Вот. Я сегодня гуляла. Позавчера я гуляла на балконе. Стараюсь все равно как бы погулять. Вот. И вот, я, значит, у меня все вот это вот, знаете, в голове мечта вот эта, конечно, она не выходит, у меня не выходит из головы. Какую-нибудь там хотёнку взять на море. Вот. Или комнату. А лучший вариант, конечно, однокомнатная какая-нибудь, но только не в аварийном доме. Такая, чтобы была как бы... И Марина там бы она за ней присматривала. Ну, мы зимой... Ну, а что? Я могла бы и зимой туда поехать. Чё мне? А чё мне не ездить-то? Я здесь заброшу всю эту квартиру. Она мне насрать не нужна. Мне она зачем? Я там куплю. Там зима у них лучше. Зиму переносишь. Ну, по крайней мере, там всё тепло. Там зима тёплая. Вот. А если у меня пенсия, это... Через полтора года у меня вообще кредита не будет одного. Вот. Ну, с Лёшкой можно ездить. Но он отсюда никуда зиму не уедет, потому что у него здесь рыбалка. Вот. Но, по крайней мере, это все решаемо. Это все решаемо. Вот. Вообще, я хочу сбагрить эту квартиру трехкомнатную. Она мне нафиг не нужна. Это трехкомнатная квартира, вот где я сейчас нахожусь. Я не хочу здесь ни ремонтировать ничего. Вот. Мне за вот это за фика ремонтировать. Если сюда придут, кто жить, они все на свой лад будут все равно переделывать. То, что я сделаю здесь своими силами, буду, как говорится, из кожи лезть, как бы здесь делать, буду стараться. А потом, кто здесь будет жить, придут и все будут переделывать. Потому что это вот как бы, мне кажется, так оно и будет.
Вот. У меня вот в туалете прекрасный ремонт. В туалете. В ванной надо делать. И вот в маминой комнате. Вот эти два ремонта. Но я вот так пока думаю, ну, по мере возможности. Мы бачок уже поменяли. Новый поставили. Бачок нагревательный. Новый. Вот надо, кстати, идти мыться вечером сегодня. Пойду мыться. Пока тепло. А что, сегодня тепло? Плюс 3 было. Ну, может быть, вот сейчас-то уже 8 часов начнется уже Невский. Ну вот, я, значит, что думала-то? У меня вот прям из мозгов не выходит это вот, все равно вот это море. Вы понимаете? Это ездить просто так разово, это одно. А там, если у меня как бы вот так все получилось бы, тысяч так за 180, за 200 взять чего-нибудь там такое, да? Ну, 260 вот так от силы за 260. Вот. То было бы ничего, неплохо. Ну уж крайняк в крайняк. Если хотёнка будет там по 500, можно и по 500. А что, в Краснодарском крае? Просто я вот это не... В Краснодарском крае есть такой Самсиков. Николай, что ли, его Самсиков. Вот он прям вот рекламу дает, какие дома там продают в Краснодарском крае. По 650, по 550. Дома кирпичные. Кирпичные. Вот. В Краснодарском крае. Но я вот это все не верю. Я просто вот это вот я не верю. Я хочу сама вот это, знаете, как бы собаку на этом съесть. Не хочу я связываться с никакими риэлторами. Это все, знаете, мошенники. Может быть. Я не... Нет, нет, нет. Не ради бога не хочу никого обидеть. Просто я им не доверяю никому. Тем более Краснодарский край. Тем более там, если чего-то скажут. Ну вот, можно деньгами обменяться. Вот вам договора. Это самое, как их... Документы смотрите. Не хочу, я хочу все сама. Если я вот и что-то и буду, я все. Я уже с это сталкивалась, покупала кое-чего. Вот. И всегда смотрю через всякое, даже через это, через юристов я это все делаю. Они проверят у меня все, должны проверить все документы. Все ли это действительно, все ли. Через реестр проверить, пробить, если там все это. Вот. То есть после только проверки большой, вот это можно брать. А то, что там вот это занимаются риэлторы, вот это Самсиков, он мне ни о чем не говорит. Он, видите ли, там рекламирует, что дома продаются такие кирпичные. А потом, почему люди так, там так это освобождаются от своего жилья? Вот 100 метров, 150 до моря. Некоторые, в общем, кто продает, и очень много продают. Вот вы знаете, прям вот раз, вот прям вот мы вроде одни там, бабушка с дедушкой, мы, говорит, уезжаем к детям, нас забирают. Другая там, вот я бизнес продаю, вместе с бизнесом два дома. У нее такой бизнес там, значит, она один дом построила, такой, знаете, он легкий, облегченный вариант. Облегченный вариант, то есть не заморачивалась, просто каркас железный, там, типа это, USB, набила там все. Ну, чтобы не дуло ничего. Ну, даже на сваях там, по-моему, что-то. Ну, я не буду впадаться в это. Ну, то есть облегченные домики такие, дом такой сделала. И в этом домике она сделала 6 этих комнатушек и сдает. Это у нее называется бизнес. Ну, у нее законный все. И вот она его продает, этот бизнес гостиничный. И рядом у нее дом свой, такой тоже. Ой, там такая отделка. Ой, вообще, ну все там отделано, конечно. Но если она занимается, естественно, бизнесом, у нее в карман-то доход-то есть, она все там ремонтировала, отремонтировала. И вот она продает этот бизнес и продает это еще один дом свой. Убегает, ну, уезжает, то ли куда, или что.
Ну, короче, еще, значит, вот она продает. Вот. И много таких вот, которые продают сейчас вот в Краснодарском крае дома. Особенно дома. Я даже квартиры ничего не говорю. И вот эти дома продают. Вот даже у моря продают. Прям вот вообще. Ну, рядом с морем там. А что вы продаете? Да вот там сына нету. И вроде мы продаем, а тут нужен мужик. Вот. И еще там тоже, ну, в общем, что вы, говорит, продаете в таком месте, все. А они приехали с севера, например, и купили, и 2 года только пожили, и вот уезжают. Продают там, они купили за 7 миллионов, продают за 7,5. То есть, что брали, то и продаем. Вообще, а вообще-то они уже там много вложили в этот дом за 2 года. Они говорят, мы продаем. А причину не раскрывают. Почему они его продают? Так вот. Так вот это самое, если подумать. Сейчас же климат-то теплеет. И люди-то уже боятся, как бы это море их просто не захлестнуло. А что? Разольются моря. Выйдет море на берег. Зальет весь поселок этот с домами вместе. То есть, как бы да, вот есть и такая проблемка. Вот. Вот бегут со своих домов, которые вот именно на побережье находятся. Бегут прямо, бегут. Я не знаю, но вот прям бегут. Так, уже вроде пирогами запахло. У меня же нюх, как все равно у собаки. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Так, сейчас, 5 минут. Помиритесь те, кто в ссоре. Тара-тара-тара-там, тара-тара-ра-ра-рам, тара-тара-ра-ра-ра-рам. Всем посылаю сегодня добрую энергию вам. Вы сегодня будете прекрасны, в прекрасном самочувствии. У вас будет душа сегодня петь. Это все касается моих подписчиков. Только те, кто подписаны на меня, у них сегодня будет... Все, заканчиваю. Сейчас только пирожки вытащу и закончим. Итак, вытаскиваем пирожки. Как раз ты пришел, я их уже вытаскиваю. Иди пока на 3 минутки, выйди. Сейчас я закончу. Мне только вытащить осталось и все. Так, навести надо чаек, потому что брызгать надо чайком. Так. Сейчас мы наведем чаю. Сейчас мы наведем чаю, и у нас сейчас будет уже пироги на выходе. Пироги будут на выходе. Вот такие дела. Ой. Помиритесь те, кто в ссоре. Я шагаю по Москве, Москве. А хочу шагать по морю, а хочу шагать по набережной. Да, 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 и ходить там в шашлычные, машлычные и красное винцо попивать. Вот я чего хочу. Ой, там Новороссийске такая набережная. Ой, кто был в Новороссийске, советую прямо по этой набережной гулять. Там прям, знаете, теплоходы такие
катера, что ли. Я не знаю, как они называются. Там прям предлагают прокатиться по морю. И вот раз, поехал, там тебе буфет, и все. Все, и едешь ты, как на экскурсии там, за копеечки. Так, ну ладно. Так, помешать надо. В общем, там мне очень вот эта набережная в Новороссийске вообще шантаж-монтаж. Особенно, когда был там праздник военно-морского флота. Ой, это вообще... Вот праздник военно-морского флота в Новороссийске мы попали один раз. Это было в августе, по-моему, да. В общем, в конце августа был этот праздник военно-морского флота. Девчонки и мальчишки, там все бесплатно давали мороженое. Там за столиком, прям вот на этом, на бризе, там столики были выставлены, вот прям по набережной столики, прям вот, и вот ты знаешь, тебя обдувает. У меня даже фотографии это есть где-то. Где-то, да, есть. Мы сидим на этом, за столиком, тут, значит, этот зонтик, и вот мы там пьем то ли кофе, то ли чего, я не помню уже. Мы сидим, нас обдувает вот этот ветер с этого, с побережья, это, с моря прям ветер. То есть мы сидим, у нас это, мы такие счастливые сидим на этом, как это, я не знаю, я сейчас вот помню, что там лестница была, и мы вот где-то сошли с лестницы, на середине где-то тут площадка была, и вот там была типа столиков таких круглых. Вот, и мы там сидели. Это был вот праздник там был. Ой, там вообще красота моя. Ну, там это корабли прям шли по этому, по морю. Это самое. Отдавали честь там вот так. Стояли морские эти офицеры. Как раз только начинает еще запекаться. И только начинает зарумяниваться. Ух ты, ёлки-палки. Вот я тут что-то наубавляла, короче. Говорю, не надо никогда ничего. Сейчас вот взяла и опять убавила. И осталось 170, блин. Ну скажите, вот мне что вот? Кол на голове, что ли, чесать или что? Оно, конечно, зарумянится. Сейчас, ладно. Этот процесс еще продлится минут 10. 10, не больше. Потому что уже запахи это самое идут, такие, что готовые пироги. А мы сейчас их вытащим. И все. И закончим нашу сегодняшнюю встречу. И вот, вы знаете, я сегодня не зря вспоминаю это море, потому что я сегодня с Маришкой разговаривала по телефону, это по WhatsApp. Мне такой голос звонкий, я уже вам говорила, звонкий, у нее такой звонкий, приятный такой тембр, это же что-то, человек-звоночек, как колокольчик вот такой. Она сама козерожек, я же вам говорила уже. А козерожки это самые... Ой, вообще, это люди такие. Им доверять можно 100% козерогам. И они сами трудяги. Ну вот. Сейчас. Ради этого случая мы готовы ждать. Надо мне сесть, а то у меня что-то устала я сегодня. Так. Место готово, куда поставим эти пироги. Готово все. Вообще около, конечно, этой плиты очень вредно сидеть. Так. Вот так. И вот я с ней сегодня разговаривала. Она сама в Новороссийске живет. Вот, с сыном.
Она говорит, у нас так тепло, говорит, хорошо. То есть у них зима-то, в принципе, теплая. Вот такая, знаете, у них зимы-то и нету. У них как вот зима, как у нас ранняя весна. Вот. И вот я с ней разговаривала. Но у них тоже вот летом, у них было это самое наводнение. Летом было, наводнение было. Но знаете, мы как-то тоже приехали. А, вот как раз это, мы были, знаете, когда? Авария-то была вот это, сухогруз столкнулся ну, с каким-то кораблем. Столкнулись они ночью. Вот. А, с краской. Сухогруз шел с краской. И вот столкнулись пассажирский сухогруз. Вы помните, это был вот... Я не буду даже вот вспоминать, но это вот было, когда мы приехали как раз. И вот там все, ну, мы приехали, а там на побережье краска была. И некоторые даже вещи валялись, ботинки, что-то такое. Я вот как сейчас помню. Вот. А мы приехали в августе, как раз в августе мы приехали. Я не буду врать, короче, но мы были в то время, когда как раз вот разбился этот сухогруз, была авария. Мы после нее приехали. Но там все это быстро чистится, поэтому там купались, все нормально было. Там же краска, все вот это, бензин, это все же вылилось в море-то. А это было, кстати, в заливе. В заливе. Там залив такой у них. В этом заливе вот купаются все новороссийские. Да. И вот это, по-моему, даже был первый раз. Это было даже, знаете, когда? Когда мы поженились, и мы поехали. А вот как раз мы когда поженились-то? В 84-м году. Или 85-м. В 85-м мы поженились. Вот, и мы поехали в 85-м. Мы поженились... На следующий год, что ли, получается? Свадьба-то у нас была в сентябре. А вот в сентябре, по-моему, мы и поехали. Поженились, и мы в отпуск поехали... Вот в Новороссийск, в отпуск. Вот. Да-да-да. После свадьбы мы поехали. И вот как раз вот это было после этой аварии. Мы попали как раз вот... Значит, вот в 85-м, что ли, это столкнулось-то. Получается. Авария-то была. Очень много погибло тогда. Да. Вот надо Лёшку спросить, он, может, помнит, когда это все было. И как это, как. Я уже вот это, знаете, истерлась прямо с памяти. Очень большая была вот эта вот, столкнули сухогруз и пассажирский. А пассажирский он выходил из залива, выходил. Ему надо было выйти в открытое море, туда куда-то плыть там. У них, я не знаю, там что. Ну ладно, в общем, в этом заливе вот это все были остатки от этой аварии, мы как раз это все видели. Но через какое-то время мы уже заметили, что все это все уже на городском пляже мы были, и вот это все мы видели. Какие-то были небольшие такие, значит, остатки краски там, и что-то там и было из этого валялось. Но потом мы все спокойно уже ходили на городской пляж, это купались. Вот, нормально все было. Так. Что-то они у меня не подрумяниваются.
Она вроде как хочет подрумяниться, а что-то вроде как не хватает тяги. 210. Нормально. Но что-то не подрумянивается. И вроде не очень так, вроде как не горит. А уже 25 минут восьмого. Но знаете, я вот тогда, помните, тоже пекла пироги. И вот мне хотелось как бы это вытащить их, показать, да? А я смотрю все, они какие-то все клёклые, никак не за это. Ну, не зажарятся сверху. И я, значит, это только закрыла вас, только закрыла. Раз, смотрю, они уже все там обжаренные, жареные, только вытаскивай. Вот прям вот через несколько, прям минуточку, через пять. Вы представляете, как это вот, да? То есть они вот нет-нет, а потом раз, через пять минут уже посмотришь, они уже зажарились. Ну, будем, я говорю, будем сейчас наблюдать. Будем наблюдать. Только бы не шарахнуть телефон. Я же с вами сейчас. Мне очень хочется как бы вот эти пироги-то вам дать попробовать. И вот я про море могу говорить сколько угодно. Медузы там, медузы. Медузы. Лёш, подожди, сейчас еще не достала я. Подожди, Лёш. Сейчас еще прям. Все. Прям еще прям несколько, вот 4 минуты еще. Но мне хочется, чтобы они нормально там заподжарились. О, уже все зажаривается. Там, видишь, у меня начинка такая вся жидкая, она поэтому плохо сейчас заваривает. Ну, сейчас. Можешь подождать еще? Как раз чай, сейчас я чайник поставлю. Зато я сегодня два видео с вами сняла. Побывала сегодня с вами, поговорила, наговорилась. А это все ерунда. Пусть хлопают дверями. Благо, что двери эти. Благо, что двери эти у нас на все уже. Все проходили эти двери. И проверку прошли на все. Их как только не пинали. И ногами эти двери пинали. Эту дверь пинали. Вот которая там в зал. Кстати, мы эту дверь эту деревянную поставили. Как только приехали вот мы с севера, мы сразу вот поставили эту дверь. А тогда еще плохо было вот со всем вот этими делами. Нашли мы такую деревянную дверь. И причем она была без коробки. И эту коробку надо было набивать самим. Горел, воняет. Подгорает. В общем, что-то подгорать там начало. Ну, правильно, там уже у нас это... Яйцом-то я смазала, наверное, белок горит. Белок. Горит белок. Да, что-то сегодня у меня никак, неудачно. Ну, сами себе пироги из кефира, они имеют тенденцию такую, что если много начинки, тем более, они очень плохо вот это вот поджариваются. Ну, как бы вот. Упекаются они плохо. А мы начинки набухали там, ой-ой-ой, сколько. Вот, в общем, когда много начинки, это не очень, не есть хорошо, когда много начинки. Это не есть хорошо. Вот сколько раз я уже себя
хочу это сам приучить, чтобы класть, ну, как бы поменьше начинки. Я никак не могу это привыкнуть. Всегда набухиваю вот эту. У меня, не знаю, у мамы была средняя начинка. Она клала не так много, не так мало. А я вот не могу как-то вот... У меня получается всегда много очень начинки. А потому что я человек такой. О, все. Вот теперь уже все. Не надо было открывать. Взялась она уже. Взялась. Сейчас вот прям поджаривается. Вот сегодня будем вот эту рыбу солить. Сейчас мы ее будем солить. Так. Сейчас мы ее как раз пока посолим. У меня мисочка. Для засолки как раз. Вот сюда мы сейчас ее и посолим. Сейчас. Вот у нас эта рыбка, мы ее всю посолим сейчас. Включаем сейчас духовку. Все. Начала уже там. Все, как бы нам не упустить момент, надо вытаскивать. Потому что нехорошо, когда она у нас пригорает. Все, вытаскиваем. Вытаскиваем. Все. Мои хорошие, мои любимые. Ага. Ну как вы тут? А? Ну чего? Не знаю, что-то и бледноватые, и всякие разные. Так, вот эти мы большие сунем на дно рыбы, а мелкие сюда. Вот, мы сейчас засолим. Вот, видите, сколько рыбы. Вот мы ее сейчас засолим. Вот такие дела. Сейчас все вытаскиваем. Пусть будут бледные, какие получились. А в следующий раз я не буду много нафигачивать этой начинки. Потому что когда я уже, знаете, вот особенно с яблоками, оно же... Там процесс-то варенья как бы идет и не дает вот подрумяниться пирогам. Вот я уже какой раз заметила это, вот это вот, заметила, что когда много нафигачишь вот этой начинки, вот век живи и век учись, понимаете? Вот такой вот, как говорится, получается у меня уже какой раз. Так, где же у меня маленькая мисс это? Тарелочка-то. Ладно, вот мы сейчас вот это замоторим. Все, я ее убираю в холодильник. Так. Все, вытаскиваем сейчас пироги, выключаем. Все, выключаем. Выключаем. А достаем вот эти, смотрите, это у меня рыба уже засоленная. Я ее сейчас... А вот она тарелочка-то. Вот я думаю, уже вот эта засоленная, она тут крупная. Вот здесь крупная, вот знаете, вон рыбка какая. Она уже засолилась. Мы ее промываем от соли. Просто от соли промываем. Вот, эту рыбу. И все. Так, пироги достаем. И все. И мы заканчиваем на этом наше видео. Потому что уже вас задерживать не хочу.
Помиритесь, те, кто в ссоре. Мне вот один чувак написал, вы, говорит, зачем изо рта, говорит, поливаете свои пирожки. Так я свои же пирожки-то поливаю. Я ж свои пирожки-то поливаю. Вроде ничего, зажарились нормально. Нормально. Ну, буду я умней, конечно. Я не буду столько начинки ложить в следующий раз. Вот. Видите, они тут отрываются. Нормально. Немножко тут вроде как. Сейчас будем пробовать с вами. Вот. Пирожки эти. Закрываем полотенчиком. Сначала надо газеткой закрыть или бумажкой. Ну, сейчас. Вот бумажка у меня тут есть. Сейчас закроем бумажкой. Потом полотенчик. Ну вот, вот такие дела. Я закружилась прямо. Потому что мне еще папа там этот возбудил. Значит, все, вот пирожки я вам показала. Сейчас я вам в разрезе покажу, что там да как. И все. Вот еще одно полотенчико возьму. Полотенчика и накроем. То есть вот так. Получается, мы сейчас все накроем. Все, мои хорошие, мои любимые. Сейчас мы попробуем пирожки с вами прощаться. Потому что уже сейчас будет этот. Через 25 минут Невский. Самый бледный пирог взяла. Ну вот видите, получается так, что я, знаете, вот опять наступила на те же грабли, получается. Вот, это с капустой. Прекрасно тесто пропеклось, прекрасное, сразу говорю. От того, что, конечно, много начинки, это минус. Буду умнее еще раз. То есть начиночки все-таки ложить надо меньше, чтобы эти пирожки, они успевали подрумяниться, как бы, ну, поняли, да? Потому что они там, как бы, когда варятся, вот это очень много начинки, внутри варятся и не дают поджариться пирожку, ну, как бы, вот сверху не подрумянивается. Вот, и раньше я как-то... И еще смотреть, конечно, чтобы, если есть 230, то больше не убавлять. А я опять что-то там подкрутила, потому что у меня уже больше было 230. Опять я там что-то подкрутила. У меня ушло как бы на 170 опять. И вот тут был момент как раз, он пропущен. Вот за этот момент они могли подрумяниться. Я еще раз буду сейчас вот еще раз делать. Теперь буду ложить меньше начинки и не буду больше, даже если будет там больше 230, я не буду больше ничего там менять, потому что, видите, она это уходит, жар-то уходит, а я опять прибавила чуть-чуть вроде. И вот эта перемена жара, она не допекает пирожки сверху, ну как бы сверху они не зажарены. Я эту причину уже поняла и... Думала, что я вроде поумнела, так нет, видать, не поумнела. На этом клиника Кащенко заканчивает свой репортаж с кухни. Ну все, давайте. Я вас всех обожаю и как-нибудь пирожками вас кого-нибудь угощу.